По правилам дорожного движения водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. Это аксиома ПДД, подпись под фотографией участника челленджа. Главное требование выполнено. На снимке мужчина пристегнут. Задача челленджа как раз в этом и состоит – показать, как папа соблюдает правила дорожного движения. Отсюда и хэштег «Мой папа – рыцарь дорог 62». Такой конкурс объявили в Рязанской госавтоинспекции. Основная задача фото-челленджа – это, конечно же, чтобы как дети, так и взрослые помнили о требованиях правил дорожного движения, неукоснительно их соблюдали и напоминали другим участникам дорожного движения, что от этого зависит жизнь и здоровье. Челлендж проходит с 14 по 23 февраля, так что еще можно стать его участником. В основном это школьники. Задача проста. В соцсетях, таких как Одноклассники, ВКонтакте и Инстаграм, необходимо разместить фотографию, на которой отчетливо видно безукоризненное соблюдение ПДД, плюс хэштег «Мой папа – рыцарь дорог 62». Победители выберут по количеству лайков. Их будет трое. Госавтоинспекция очень много продумывает подобных мероприятий в связи с ограничительными мерами, связанных с пандемией, потому что у нас ограничены возможности прямого контакта с несовершеннолетними, поэтому вот так через социальные сети мы все равно пытаемся напомнить всем о требованиях правил дорожного движения. Уже ближе к Международному женскому дню в госавтоинспекции запустят новый фото-челлендж «Моя мама – автоледи». Суть почти такая же – сфотографировать уже маму за рулем, которая соблюдает требования ПДД. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».